Казахстан скоро столкнется с дефицитом газа, точнее, станет чистым импортером газа. С таким прогнозом на 2040 год выступили сегодня эксперты во время презентации 5-го национального энергетического доклада. По прогнозам аналитиков, несмотря на то, что Казахстан сегодня является богатой газом страной, через пару десятков лет мы предположительно столкнемся с рядом тех же проблем, что и бедные газом страны. Такие прогнозы связаны с проводимой экологической политикой, которая помогает газу опередить уголь. В результате этого уже к 2026 году он станет вторым по объему потребления энергоресурсов в мире и будет все активнее конкурировать с нефтью. При этом эксперты нефтяной отрасли отмечают, что внутреннее потребление энергоресурсов в Казахстане будет стабильно расти. Казахстан остается чистым экспортером первичных энергоресурсов, в основном сырой нефти. При этом в условиях пандемии чистый экспорт первичных энергоресурсов из Казахстана сократилось более резко, чем их потребление внутри страны, в результате чего доля совокупного объема производства первичных энергоресурсов, поставляемая на внутренние рынки, выросла до 51% в 2020 году. В перспективе мы ожидаем, что доля объема производства, потребляемая внутри страны, составит в среднем 53%. И в 2050 году достигнет 62%.